наступающим Новым годом! С вами Эдуард Матросов и Артем Бажой. Мы являемся организаторами молодежной федерации «Воркау». Мы уже существуем 7 месяцев. За 7 месяцев мы провели 40 мероприятий, включая 3 совместно с «Пастернаком», одно на День города с ФСМ. Также был проведен турнир республиканский «Сильно Беларуси». Мы были в 30 городах. Сделали мастер-классы с целью популяризации воркаута и здорового и активного образа жизни. Также был проведен турнир республиканский 27 ноября. Также проходят у нас тренировки по воркауту. Вы можете на заднем фоне видеть ребят, которые занимаются. Существуют наши тренировки с 2015 года. Я их провожу, абсолютно популяризирую здоровый образ жизни. К нам приходят как и девушки, как и парни. Тренируемся мы в разных погодных условиях, даже в таких, которые сейчас идет снег. Это летом, это дождь, это без разницы. Мы в любые погодные условия занимаемся. Также хочу всех уличным спортсменам пожелать здоровья, счастья, успеха, чтобы вы поддерживали здоровый образ жизни, развивались как и умственно, так и физически, и поддерживали воркаут. С наступающим Новым годом! Добрый день, ребята! Я Михаил, и я являюсь участником молодежной федерации воркаута уже 2 года. Я хочу сказать, что это очень классные ребята, и когда я пришел сюда, то я изменил свой образ жизни. Помимо того, я являюсь участником военно-патриотического центра «Казачий Спас». И что я хочу вам сказать? Вы молодцы. Вы молодцы, потому что выбрали правильный путь. Вы выбрали спорт, здоровый образ жизни. И это правильная дорога. В то время, пока другие бесцельно проживают жизнь, бухают и валяются под забором, вы совершенствуетесь, становитесь сильнее, становитесь лучше. И я хочу вам пожелать в этом новом году мужества, чтобы вы никогда не ломались перед жизненными препятствиями, а всегда шли вперед, добивались своей цели, совершенствовали себя и совершенствовали этот мир. Всем привет! На связи Саша, молодежная федерация воркаута. Так уж сложилось, что последний год своей жизни я по большей части посвятил воркауту, а именно развитию нашей организации. Поэтому в первую очередь я хочу обратиться к тем людям, которые нам всячески помогали, помогают. К тем, кто идет с нами в одном направлении. К координаторам, которые тратят свое время, энергию, силы на дело, которое не приносит им вообще никакой выгоды, кроме того, что делает людей здоровее, сильнее, приобщая их к спорту, улучшая их жизнь. И это достойно уважения. Поэтому я хочу пожелать вам крепкого сибирского здоровья, стойкости, мужества и силы. Не той силы, которая и так у нас уже имеется в мышцах, но той силы, которая находится внутри нас. Поверьте мне, эта сила, она способна творить чудеса. Она способна заставить нас достигать тех результатов, которые для большинства людей кажутся просто космически невероятными. И я от всей души желаю, чтобы эта сила пробудилась в каждом из вас, как извержение вулкана. Чтобы она поразила всех вокруг вашими достижениями, вашими результатами. Я желаю, чтобы 2018 год стал знаковым для каждого из вас. Ставьте большие цели, достигайте их, преодолевайте все препятствия и никогда не давайте назад. Идите только вперед, несмотря ни на что. И все у вас будет круто. Успехов! Всех ребят, а также девушек, мы хотели бы поздравить с Новым годом. В Новом году мы желаем вам успехов, благополучия в семье, достижений в спорте, а также всего наилучшего. Также мы хотели вам пожелать терпения, чтобы не упасть с тяжелого пути спортсмена или спортсменки и двигать себя в лучшую сторону каждый день. С Новым годом, друзья! Поздравляем весь белорусский стрит-воркаут от города Сокогорска. Желаем всем здоровья и удачи в спорте. С Новым годом! Полоцк, Luxury Village, шлет поздравления в 2018 год. Всем привет, это команда Wild Ducks, они же сафроносы. Всех с Новым годом, занимайтесь спортом, ведите здорового в жизни. С Новым годом! Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Всем привет! Мы ребята из Витебска и поздравляем вас всех с наступающим Новым годом. Желаем вам всем счастья, здоровья, успехов, прогресса в базе элементов.
наступающим Новым годом всех! Приветствую белорусскому стритворкауту от города Коблино. Поздравляю вас с новым 2018 годом. Пускай этот год принесет вам много радости и новых положительных эмоций. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых ярких побед. В наступающем году хочется пожелать всем спортсменам успехов и великих совершенств. Пусть все задуманное осуществится, а самые дерзкие планы будут осуществлены. Занимайтесь спортом, совершенствуйтесь и никогда не сдавайтесь. Поздравляем с Новым годом!